25-летний молодой человек передвигался по дворам. Его поведение сотрудникам полиции показалось подозрительным. Его задержали и досмотрели. С какой целью вы приехали в город Смоленск? За наркотиками. За наркотиками или? Надо поставить. Привезли наркотики? Наркотики где находятся сейчас, в настоящий момент? При вас? Да. А где конкретно? Где лежат? В штанах? Да, да. Под подкладкой одежды задержанного полицейские обнаружили 4 свертка. В них находился порошок. Все изъятое направили на экспертизу. Результаты исследования показали, вещество является наркотическим средством героин. Мужчина планировал сбыть около 300 разовых доз ядовитого зелья через закладки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подозреваемый задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Марина Якубишина, Александр Ерофеев, Десна ТВ.